В городском округе Люберцы продолжается строительство водовода с точкой подключения в микрорайоне птицефабрика ДВЗУ номер 1 в поселке Октябрьский. Реализация масштабного проекта началась в августе прошлого года. На каком этапе сейчас работы и когда они завершатся, узнали мои коллеги. Водовод «Томилино Мирный Октябрьский» – масштабный проект в системе ЖКХ, который позволит обеспечить чистой водой более 74 тысяч жителей. Изменения в качестве главного жизненного источника почувствуют как в поселках городского округа, так и в новых микрорайонах. Строительство двух участков водовода идет в два этапа. На данный момент рабочие частично выполнили первый. Сейчас мы находимся в деревне Жилино, то есть от Томилино, от начала прохождения до этого места уже порядка где-то 6-7 километров трубопровода проложено. В данный момент под новой развязкой на Новорязанском шоссе заложены две гильзы под дорогами, так называемый прокол. В нем будут находиться две трубы, одна действующая, вторая резервная. И вот в таком исполнении на протяжении всего коридора прохождения водовода все эти трубы лежат на глубине порядка 6-7-5 метров, там по-разному в разных частях нашего городского округа. В рамках второго этапа строительства водовода предусмотрена реконструкция ВЗУ номер 1 в поселке Октябрьский, а также подключение к централизованному водоснабжению деревень Часовня, Жилино-1, Жилино-2, Пехорка, Егорова, Кирилловка и Чкалова. У нас по контракту срок окончания строительства третий квартал следующего года. Работы будут проводиться круглосуточно в любое время года. Строительство водовода от Томилино до Октябрьского проводится в рамках трехстороннего соглашения между Министерством ЖКХ Московской области, администрацией городского округа Люберцы и Мосводоканалом. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.